Здравствуйте, сегодня я хотела бы вам рассказать о игрушках для собак. Во всех игрушках в мягких есть пищалки. Во всех. То есть это очень для собак будет очень интересно. И игрушки всевозможные, красочные. То есть есть и пчелки, и мышки. Почему такие большие уши? Потому что для мелких пород собак это немаловажно, для того, чтобы они могли ее взять, потрепать, погрызть и в то же время поиграть. То есть можно использовать не обязательно только мячики. Мягкие игрушки используются для маленьких пород собак. Это йоркширские терьеры, чихуа, до более, допустим, средних пород собак. Можно использовать латекс. Она не разгрызается, а просто жуется собачкой. Очень хорошо собачки с ними играют. Здесь можно бутылку менять. Здесь вот бутылка. Бутылка меняется, то есть если собачка разгрызла бутылку, бутылку можно поменять, и ничего страшного в этом нету. Испачкалась у вас игрушка, вы можете закинуть его в машинку с какими-либо вещами и постирать игрушку. Она будет такая же новая. Бутылкой любят средние собачки играть и крупные, потому что здесь в форме скрежет такой интересный. Слышите? То есть это очень интересно. С вами была я, Галина Бутрева, специально для программы «Жена Кун». Доброго утра!